прапрадедушка Горелкин Степан Иванович. Он родился в 1908 году в селе Верхнеспасском Тамбовской области Рассказовского района в семье крестьянина. В 13 лет стал свидетелем крестьянского восстания под руководством Антонова. В 1937 году Степана Ивановича призвали в армию. Сначала он воевал на территории Финляндии, затем Белоруссии и Украины. Во время войны был снайпером. После войны работал на стройках нашей страны. Умер в 1984 году.